Привет, Лена! Привет, дорогой! А ты помнишь, я тебе 2 недели назад 400 евро высылал? Помню. Ага. А что я тебя просил на них купить, ты помнишь? Помню. Зимнюю резину. И ты купила, да? Ну, да, купила. Да, купила. Лен, а теперь вот скажи мне, пожалуйста, с каких это пор зимняя резина продается в магазине женской обуви «Милано»? Ну? Ой, Витя, кажется, связь обрывается. Прекрати, Лена! Витя, я тебе попозже звоню. Лена! Так, все, я сказал пока. Я сказал пока. Все, пока. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Проходите, присаживайтесь. Чем могу вам помочь? Понимаете, у меня умер любимый кот. Примите мои соболезнования. Спасибо большое. Я, знаете, я хотел бы им устроить роскошные похороны. Вы обратились как раз по адресу. Я хочу, чтобы у него был гробик из красного дерева. Оркестр, чтобы играл. Надгробие обязательно из мрамора. Чтобы все было на высшем уровне, понимаете? Конечно, конечно. Сколько это будет стоить? Где-то 10 тысяч. Шо? Офигеть! Да я за такие бабки лучше сам его под деревом закопаю. Он все равно мне к тапке срал. До свидания! 10 тысяч! Печалька. Это так по-женски – покачать пресс, сделать обертывание пленкой против целлюлита, улечься в постель и прихватить с собой пару булочек и большую кружку какао. Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я ваш сосед снизу. Понимаете, такая история получилась, что ключи в квартире захлопнулись. А можно я через вас спущусь? Да, пожалуйста. Вот спасибо, сосед. Да ля, что такое? Пошел вон, придурок! Да сам же сказал, можно. Так я думал, ты через балкон спускаться будешь, а не пол мне в квартире разбирать. Через балкон спускаться? 16-й этаж! Ты в своем уме? Фух. Ладно. Пойду на 14-й спущусь. Может, там хоть люди нормальные. Витя, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Ну, хорошо. Слушаю тебя. Даже не знаю, как сказать. Это может быть испытанием для нас. Как ты отнесешься к тому, что в скором времени нас станет 3? Лена. Фух. Ну, это так неожиданно. Поверь, для меня это тоже стало сюрпризом. Лена, Ленок, ну ты знай, я поддержу тебя в любой ситуации. Спасибо, Витечка. А я думала, ты не очень обрадуешься. Да ну что ты, ты че? Фух. Надеюсь, это будет мальчик? Нет, это девочка. А-а-а, это мы еще посмотрим. А что тут смотреть? Это девочка Кристина. Да нет, Лен. Ну ладно, даже если девочка, ну только не Кристина. Нет. Ну, давай назовем ее Таней. Ну, в честь моей мамы. Витя, что значит назовем? Как мы Кристину назовем Таней?
Кристина – это моя подруга, она ушла от мужа, ей негде жить, и теперь она поживет у нас. Подожди, ты что, не беременна? Да с чего ты взял? Стоп. А, Кристина, это не та ли вот эта Кристина, такая, которая у тебя 5 раз по $1000 занимала для спасения каких-то там бездомных котят и ни разу не вернула, а? Та самая. Но они пошли на хорошее дело. Лучше бы ты сказала, что ты беременна. Что рассели? Когда на волю? Да за такое, Вася, морду бьют. Ты мне что обещал, юрист долбанный? Что я выйду на 2 года раньше? А я что? Да не то, что в срок. А на 2 года позже получилось. Подожди, это что? Комиссия по досрочному освобождению решила освободить тебя на 2 года позже? Да меня этот урод, этот председатель комиссии отказал. Якобы я... психологически неуравновешенный, представляешь, я психологически неуравновешенный. Якобы не осознал, не исправился. Я нормальный, ты понимаешь, нормальный. А он говорит, нет, надо сидеть свое, рогом уперся, нет и нет, короче. Слово за слово, ну... Я этому козлу ключицу сломал. Немного челюсти вывернул. Мне за тяжкие телесные к сроку еще 2 года впаяли. Так что спасибо тебе, братан. От души. Женщина должна быть как мед. С одной стороны мягкая и сладкая, а с другой влип так влип. Та-да. Мы продолжаем принимать ваши звонки на самой знойной и жаркой радиостанции в мире. Я напоминаю, наш номер телефона 555-355. Я завелся. Ну что ж, мне говорят о том, что у нас есть телефонный звоночек в студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Кому передаете привет? Я хочу передать привет своим соседям, 48-й квартиры. Ну, передавайте, я думаю, они вас слышат. Вы что там, совсем уже балдели? Если вы свои радио не сделаете тише, я устрою вам, мать вашу. Да я уже задолбался вам грюкать в стенку. Вы же людям спать не даете. Я надеюсь, вы меня поняли. Пока я предупреждаю по-хорошему. Вы чуете меня? По-хорошему! Да, надеюсь, вы почули мой привет. Ну, я так понимаю, песню вы заказывать не будете. Закажи им панахиду. Витя, привет. А ты помнишь, что мужчина, который родит ребенка, получит $1 миллион? Лен, во-первых, я ж тебе уже объяснял, что это невозможно. А во-вторых, мы ж с тобой уже пробовали. Ничего ж не получилось. Ну, я прочла одну статью и поняла, почему. Нужно просто попробовать в другую фазу Луны, когда твой Юпитер будет входить в мою Венеру. Тем более, если получится, то он будет телец в восходящем знаке. Ну, как я и хотела. Все, пока, Лен. Ну что, она мне изменяет? Нет. Я заплатил вам $500 за прослушку ее телефона, и вы ничего не нашли? Ничего. Так, с кем она говорила? Вот за 3 дня... Вы 2 раза звонили. Да, говорил, что еду домой. Еще! Еще всего 1 разговор с подругой. А, они обсуждали ее любовника. Да нет же. Не верю. Так дайте мне расшифровку, я сам все проверю.
Федя, да? Расшифровку дай. Вот, прошу. Это расшифровка всего одного разговора с подругой. А, она еще маме звонила. Но разговор до сих пор расшифровывается. У нас чернила в принтере закончилась. Привет, мои хорошие! С вами снова я, Дикая Роза. Если рыба не может жить без воды, то девушка не может без шопинга. Как правильно ходить по магазинам сегодня в моем блоге? Есть три основных правила. Правило первое. Не каждый бутик является бутиком. Даже если на нем написано «Жан Карло Италия», это еще ни о чем не говорит. Если продавец говорит вам: «Женщина, ну вам дуже хорошо. У меня дочка такі самі год назад брала. Так уже 3 года носить. 3!» Или: «Так, ну тут руки надо трохи підрубить, и будет как в лучших домах Милана». То мой вам совет. Найдите другой итальянский бутик. Правило номер 2. Девочки, всегда берите одежду на размер больше. Потому что, как показывает практика, фитнес-центр находится в 3 километрах от твоего дома, а кондитерская – в 2 шагах. И правило номер 3. Трать все деньги, которые у тебя есть на карточке. Потому что сколько бы ты ни потратила, на следующую вечеринку тебе все равно нечего будет надеть. Блин, мне нечего надеть. Ну и потому, что карточка все равно не твоя, а твоего молодого человека. Короче, подписывайтесь на мой блог, и в следующем выпуске я расскажу вам, как с помощью короткой юбки починить двигатель автомобиля. Или как с помощью отстающих часов есть после 6. До новых встреч! С вами была я, Дикая Роза. Если у женщины в руках скалка, еще не факт, что будут пирожки. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно мне коктейль «Секс на пляже»? Секундочку. Пожалуйста. Спасибо. По-моему, вы его забыли растрясти в шейкере. Вот, теперь все. О, ты... Так, Лен, что опять случилось? Помнишь, я тебе говорила, что Катька мне свою собаку на выходные оставляла, ну, чтобы я за ней посмотрела. Ну? Ну, этот гадкий пес мне погрыз босоножки, 2 пары. Ну, вышли мне 300 евро, мне ходить не в чем. Фух. Ладно, завтра вышли. Вышлишь? Ну да. Я думала, ты ругаться будешь. Собака молодая, зубки режутся у нее. Ну, босоножки уже не вернуть. Че ругаться-то? Угу. Она мне еще дубленку погрызла. И сапоги зимние. Так все, пока. И шапку, Лен. Шапку погрызла. Ты что себе позволяешь? Я тебя для этого на работу брал? Ну, ты еще смеешь мне перечить? Значит так. На первый раз я тебя прощаю. Но если это повторится еще раз, я тебя уволю в этот же миг. Я тебе такую характеристику напишу, что тебя до конца жизни ни на какую работу не примут. Ты меня понял? Понял.
А что это он? Как с цепи сорвался? Я у него в Counter-Strike выиграл. Хедшот? Да. А ты еще легко отделался. Ну, значит, ты не должна передо мной отчитываться. Мы встречаемся. Я что, не могу погулять с подружками? До 5 утра? В парке? Вы там заблудились, что ли? Ребят, можно не орать? Здесь кое-кто готовится к математике. Невозможно подготовиться. У нас серьезный разговор. Да. А смысл? Вы сейчас поругаетесь, а потом целуетесь. Предлагаю совместить полезное с приятным. Определенный интеграл, аддитивный, монотонный, нормированный функционал, заданный на множестве пар. Первая компонента из которых есть интегрированная функция или функционал. А вторая – область в множестве заданий этой функции. А вторая – это что? Область в множестве заданий этой функции. Джинсы спадают, лифчик жмет. Рай. Значит так. Что, Михаил Петрович? Требую я, понимаете, требую я повышения зарплаты. Даже так? А с какого перепуга, Корецкий, простите, я должен увеличить вам зарплату? А с такого перепуга, что я узнал, что Приходько вы платите в 2 раза больше. А между прочим, я работаю с момента основания конторы. Я помню. Хорошо, я увеличу вам зарплату. Напомните, какими иностранными языками вы владеете? В смысле? Ну, чтобы знать, с какими из моих партнеров по бизнесу вы сможете мне помочь на переговорах. А что, Приходько знает какие-то языки? А ей не надо. Знаете, Корецкий, когда она одевает короткую юбку и чулки в крупную сетку, последнее, о чем думают мои партнеры по бизнесу, это о переговорах. Так какими языками вы владеете? Английский учил в школе. Извините. А подождите. А вы знаете что? Вы все-таки возьмите у Приходько мини-юбку и чулки. Примерьте. Может, я все-таки увеличу вам зарплату? Знаете, партнеры, они же разные бывают. Привет, Витя. Привет. Я там видела, ты в соцсети одну Светлану Бондаренко добавил в друзья. Это кто? А ты что, ревнуешь? Ничего я не ревную. Отвечай, кто это? Да, это одноклассница моя. Ну, мы с ней 20 лет назад виделись на выпускном. А где она живет? Лена, ты меня пугаешь. Отвечай, где она живет? Да я точно не знаю, ну где-то в центре. А ты что, собралась ехать бить ей морду? Я собираюсь к ней поехать и узнать, где она взяла такую офигенную кофточку. А если она не скажет, да, я буду бить ей морду. Нет, нет и еще раз нет. Я на такое не подписывалась. Ну, Мелани, солнышко, ну ведь мы же команда. Нет, я танцовщица и этим заниматься не буду. Ну, мне перед клиентами неудобно. Ну, это просто грязно. Что мне это сделать? Да сделай! Очень смешно! Очень! Хорошо. Давай я дам тебе за это 10 баксов.
Ладно. Но только я это сделаю в первый и последний раз. Я обещаю, я клянусь, завтра же я найду новую уборщицу взамен уволенной. Ну где там пиво разлили? Возле барной стойки. Смешно. Войдите! Здравствуйте. Проходите. Это кошмар. Знаете, я столько лет живу, и я еще такого кошмара не видел. Это просто грабеж. Грабеж среди бела дня! Прошу вас, успокойтесь. Я не могу. И расскажите мне все по порядку. Да что рассказывать? Ну что рассказывать? Я в этом доме живу 20 лет. Представляете, 20 лет хожу в этом подъезде. А сегодня открываю почтовый ящик, и что я вижу? Боже мой! О, ужас! Я вижу вот это. Платежка за отопление. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите на сумму, вы посмотрите, это грабеж! Да. Сегодня уже были подобные заявления, вы не первый. Успокойтесь. Да, это мошенники. В платежках за утопление они вписывают свои реквизиты. И невнимательные люди, такие как пенсионеры, перечисляют им огромные деньги. Вот именно, огромные деньги. Скажите, ну а как же отличить настоящую платежку от ненастоящей? Ну, это очень просто. Дело в том, что в настоящей платежке за отопление сумма в два раза больше. Ну да. Вам уже за 40? Хотите, чтобы все восхищались вашей молодостью? Говорите, что вам за 60. Блин! Опять он поломался! Здрасте! Здравствуйте! Чем могу помочь? А вот скажите, пожалуйста, как вот в Word'е сохранить документ? Ctrl-S. А, Ctrl. А, отлично. А, как открыть калькулятор? Ну, выбирайте меню «Пуск». Вот, там стандартную, и вот появляется калькулятор. О, калькулятор, да. Класс. А, как создать новую папку? Вот, это важно. Ну, конечно. Ну, смотрите. Правой кнопкой мыши, да? Так, правая, сейчас. Давайте проще, вот этой. Ага. Что? Так? Вот. Нажимаете на нее, да? Появляется меню. Да. Выбираете создать. Что? Да. Дальше появляется новое меню, новую папку. Все. Называете ее и готово. Спасибо. Спасибо. Так а мы ноутбук будем в ремонт сдавать или нет? А, нет, он в порядке, он работает. Я просто иду на собеседование устраиваться программистом в JavaScript. Решила обновить свои знания, так сказать. Спасибо вам большое. Удачи!